на градуснике плюс 9. В течение дня плюс 18, ну, по крайней мере, на том сайте, что я смотрю. Малооблачно. Доброе утро, Полтава. С вами я, Александр Демидович. 6 мая 2017 года. Сегодняшний день. В эту дату, 5 мая, родился в свое время Карл Маркс. Теоретик. Много навыдумывал, толку никакого. Также в этот день родился Александр Рагулин. Вот это да! Это человек, это хоккей, это большой хоккей. Это первый хоккеист, имя и фамилию которого я запомнил в детстве. Это была игра действительно ошеломляющая. В 1921 году в этот день было презентовано духи Шанель номер 5. Самые известные, наверное, в мире духи. Ну и стихи Борис Пастернак и джаз для души. Всем удачного дня, ждем моих репортажей. С порога смотрит человек, не узнавая дома. Ее отъезд был, как побег. Везде следы разгрома. Повсюду в комнате хаос. Он меры разорения не замечает из-за слез и приступа мигрени. В ушах с утра какой-то шум. Он в памяти или грезит. И почему ему на ум все мысль о море лезет? Когда сквозь иней на окне не видно света Божия, безвыходность тоски вдвойне с пустыней моря схожа. Она была так дорога ему чертой любой, как морю близкие берега, все линии прибоя, как затопляют камыши волнение после шторма, ушли на дно его души ее черты и формы. В года мытарств, во времена немыслимого быта, она волной судьбы со дна была к нему прибита. Среди препятствий без числа, опасности минуя, волна несла ее, несла и пригнала вплотную. И вот теперь ее отъезд, насильственно быть может, разлука их обоих съест, тоска с костями сгложет. И человек глядит кругом, она в момент ухода все выворотила вверх дном из ящиков комода. Он бродит и до темноты укладывает в ящик раскиданные лоскуты и выкройки образчик, и, наколовшись об шитье с невынутой иголкой, внезапно видит всю ее и плачет втихомолку. Is de titeltrack van onze allerlaatste album Life is Hard. We'll be right back.
Just a long heart, rock and roll. Well, it's dark, darky dark. And survival of the fittest, so true.
Dank u wel.